Победа во всероссийском конкурсе «Экопарк» у нас с вами есть благодаря активности жителей, о которой России еще нет. Ну, это понятно, такие футуристичные картинки, но тем не менее мы в каких-то элементах уже приближаемся. И соавторство в проекте, потому что идеи предыдущие, которые сейчас уже реализованы в проектах, это идеи жителей, идеи инициативных горожан. И это большая ценность и для проекта, и для нас, как для проектной команды. Ну и, конечно же, конкурсная комиссия оценивает активность очень высоко, и есть шанс получить из федерального бюджета порядка 100 миллионов рублей на реализацию строительства центральной площади города.